Алексей Бученко и Даниэль Самохин смотрелись там не то что не народными телами, они смотрелись там на уровне Амодио и Майорова. А Бученко и в целом смотрелся лучше всех, за исключением Фернандеса и двух россиян. Так что на следующий чемпионат Европы трех мест израильтяне набрать не смогли, а сейчас же Алексею Бученко нужно набирать два. Задача эта очень сложная, так как ему, как единственному представителю Израиля, надо таким образом попадать в десятку сильнейших. А это на мировом уровне куда как сложнее сделать, чем на европейском. Впрочем, на европейском Бученко четвертый. Аксель 3,5 в начале неплохо. Четверной пошел, причем вторым элементом Алексей Бученко, и исполнил. Ну что, первое место на текущий момент. Навряд ли кто-то в этом сомневается. Пусть даже четверной с очевидной помаркой, с непростым выездом исполнил Алексей Бученко, но и каскад из флипа и тулупа во второй части программы, и, соответственно, 10% надбавка. И вот за все прыжковые элементы Алексей получает под 10 или даже чуть больше 10, как за каскад. То есть, таким образом, вот смотрите, три прыжковых элемента, два прыжка, аксель, тулуп четверной и каскад второй части программы. И вот он за эти три прыжка уже набирает почти 30 баллов. Те самые 30 баллов, что имеются в активе, к примеру, Ивана Регини, к сожалению, Нансона и Петра Коуфола за всю в целом исполненную техническую часть короткой программы. А ведь у Бученко еще и nice job, как вы слышите. У него же еще и вращение на плюс, и дорожка шагов третьего уровня тоже на плюс. То есть еще сверху десяточку он насобирает, а то и побольше за технику. Ну и оценка за компоненты также, естественно, у Бученко растет от года к году и от старта к старту. Кстати, вот уже сейчас я вижу появляющиеся оценки за компоненты, и я вам хочу открыть страшный секрет. Не только четверной прыжок не гарантирует попадание в произвольную, как изволились тут выразиться уважаемые телезрители, но даже четверной прыжок с чисто исполненным тройным акселем не гарантирует оценок выше, чем у Туктамышевой в короткой программе. Представляете, в Лизу уровень.
Остается только развести руками. А в целом-то Алексей выступил неплохо, учитывая, что его лучший результат за короткую программу меньше 77. То есть personal best у него, будем говорить с ярко выраженным русским акцентом. Его меньше сотниковского за произвольную программу. В общем...